Пошел. Интересно, можно телепортироваться? Давайте проверим. Да дурак, что ли? Прыгает прям в гон. Ого, он бегает. Че он такой быстрый? Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Пингвинус, Пика, Растишка, Угабуга, Куёко, Нойнейм, Васаби, пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Ребята, сегодня вышли новые NPC на Хуги, на Хаги-Ваги. И сегодня будем от них убегать и посмотрим, что они могут. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Пацаны, разбегайтесь. Через 5 секунд я включаю ему искусственный интеллект. Кстати, ребята, он прыгает и очень быстро может перемещаться, даже как будто телепортироваться. Ну давайте посмотрим. Все, я включил. Ой-ой-ой-ой, что он делает? Ого, он хочет прыгнуть наверх. Кстати, он может прыгать. Кстати, тот не мог так прыгать. Ой, ты чё? А чего я, если другие пацаны там были? Где честность? Где справедливость? Дим, кстати, кто первым умрет, тот лох. Ну, я уже умер, поэтому правило было после моей смерти. Поэтому не считается. А, вы сразу наверх запрыгнули. Хорошо. Опа, еще одного сожрал. Все. Пингвинус есть, контакт. Еще, да. Видели анимацию? Он прям жестко ест. Кстати, есть новые NPC-шки здесь. Сейчас мы будем всех ставить и посмотрим, что они могут. Если сейчас будет очень мало он мочить, я буду еще добавлять. Так, кто знает эту карту, ребята, напишите плюсик в чат или в комментариях. И обязательно подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord и лайки ставьте. И кто хочет с нами записывать, ссылочка на Discord в описании. Все мы сейчас сидим в Дискорде. Тут хаги-ваги застрял. Все, я еще ставлю. Теперь я ставлю Вуди. Кошмарный Вуди. Вообще сильный. Кстати, у него фонарь красный светится. Так. Ой. Он забрал, пацану. Как он через полы это сделал? Да что за читеры NPC? Ну, они мне нравятся. Так, пацаны, инфу. Где они? Вуди вот здесь. А где хаги-ваги? Ой, блин, я его боюсь, застрял. Он прыгает. Кстати, он может вас убить через полы. Будьте внимательны. Так, буду сейчас еще добавлять. Если никто умирать не будет, буду добавлять. А нет, все-таки кто-то умирает. Дима, он нам в стенке застрял, хаги-ваги. Опа, и этот застрял. Хага-вага. Эй, да зачем его выпустил? Так а что, ну че? Так, я сейчас еще добавлю. Я, короче, запрыгиваю все-таки. Так, Растишка умер. А мы постоим сверху, понаблюдаем, как вы, пацаны, убираете. Да, Вуди этот вообще стрёмный. Он телепортируется. Обратите внимание, он может тпхаться. Это прям вообще мощно. И музычку страшную. Эй! Я тебе за такое скину. На, ешь его. Зараза! Кто это сделал? Я не буду с вами так дружить. Блин. Головой боком ударил. Вот это не угадывает. Трупы валяются. Почему ты не улетел от поджопника? Блин, этот поджопник удалю когда-то. Ну не буду удалять, на самом деле, мне нравится. Мы ж любим, ребята, веселье и угар. Это же очень круто. Мои ролики очень поднимают настроение, поэтому каждый лайк это плюс один к настроению нашему и вашему. Если этот ролик наберет 3000 лайков, мы на этой карте запишем с другими NPC, даже может быть и с Абункой. Спика, пытаемся всех скинуть. Добавляю... Согласен. Элмо. Пошел. Интересно, можно телепортироваться? Давайте проверим. Да дурак, что ли? Прыгает прям в гон. Ого, он бегает. Че он такой быстрый? О, я заспавнился наверху. Это очень круто. А пацаны умирают. Прикольно. О, хаги-ваги выпустили. Мужики, вы чего застряли? О, втроем. Кто быстрее? Интересно, кто из них догадается выпрыгнуть? Подойдите к ним кто-нибудь, не бойтесь. Они вас не убьют. Он так прикольно ржет. А, я упал. Он телепортируется. Зараза ты такой, а? Получитер. И Вуди там, они вообще жесткие. Так, я наверх запрыгиваю. Я все-таки хочу наверху повыживать. А, пацаны, боитесь, да? Да. Я тоже. Не надо, Дим, мы тебя скинем просто. Чего вы мне скинете? Это я сейчас возьму физган и буду его скидывать. Кто попытается меня скинуть. Как ты это сделал? Чем ты это сделал?
А чё я так отлетаю? Что это за оружие такое? Дробовик из Life or Death. Направо на помощь можешь полкать. Стоять! Сейчас я тебе устрою. Опа, у него голова застряла. Прикольно, смотрите, ребята. Прикольно. Ну ничего. Их. О, я прям по голове топчусь у него. И ничего не может сделать. Так, ты меня не скидывай. Пацаны, они позастревали. Надо вниз спрыгивать. Давайте вниз спрыгнем, посмотрим. Эй, ву... Да как он это сделал? И дальше сидит в стене. Так, я его выпущу. Да смотри! Они, короче, обманывают. Они как будто застряют, но когда вы к ним подходите, они не застряют. Так, Вуди бежит, жесткий вообще мужик. Ну что, давай, Вуди. Так, где у нас там дробочист? Стоять! Тебя в жертву отдадим. Япон. Живой? Блин, ну зачем вы это делаете? А, вот так значит? Хорошо, мужики. Хорошо. Так, где ты? Опа, стоять! Да вы заразы! Я дать! На тебе за это. Нет, ты не выжил, после такого никто не выжил. Да ну как он это делает через стену? Так, пошел. Бля, они так прикольно бегают в этой карте. Блин, я не буду к вам запрыгивать, вы обманщики. Вы мне скидываете вниз постоянно. Так, я сейчас увижу, кто бегает с дробовиком и буду скидывать принудительно. Вот, стоять! Да ты говно, блин! Да это нечестно! Зачем так делать? Опа, стоять, это ты был. Да кто меня скидывает? Жопы вы! Ну блин! Ну пацаны! Ну я же к вам по-доброму наполовину. Так, я сейчас буду смотреть. Я сейчас кто скидывает, я посажу его в джайл внизу, и его будут гатить, а вы будете угорать с этого. Я теперь буду смотреть со спины, кто мне скидывает. Так, ты не скидываешь. Хорошо. Никто не будет скидывать после твоих слов. Я знаю это, но вы все равно будете мне скидывать. Вы ж хитрые. Эй, не долетел. Эй. Да ну блин, ты смотри. Я сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас поставлю 5 штук хаги-ваги. Как вы думаете, будет прикольно? Готовьтесь. 1, 2, 3, 4, 5. Вот это жесть. Эй, я увидел. Да, я сам упал. Эй, я боюсь внизу быть. Эй, а что тут челик лежит? На, ешь. Нет, за мной не надо, Блин, они телепортируются. Надо, короче, будет большую карту. Если ролик наберет 1000 лайков, мы поставим карту лабиринт. Смотри, с хаги-ваги. Хаги-ваги застрял на потолке. А он вроде застрял, но когда ты к нему подойдешь, он тебя убьет. Нет, я его глажу. А гладишь? На тебе. Блин, классно. Ой, Дим, так. Да идите вы от меня, вы обманщики, я вам верю, по-честному. Промахнулся. Да. Так. Ах ты, говно, стоять! Есть, поймал. Я тебя вижу, не переживай. Да вы задрали! Так, стоять, да, ешь его. Есть, скормил. Главное, чтобы они были сыты. Так, я запомнил, скин Рики. Блин, скин Рики. Я буду сейчас скидывать тебя принципиально. Ты обманщик, я тебе верю. Ты же сказал, что не будешь. Так. А чем вы так бьете, что я отлетаю? Это дробовиком вручную бить? Не только дробовик, это все оружие лафудет. А, отвали! Ай, зараза! Так, смотрим, где Рик бегает у нас. Сейчас я его подловлю и скормлю. Так, смотрим, где у нас Дима. Не надо им Диму, не надо. Надо Рика. Вот он. Есть, стоять! Я тебя сейчас буду скармливать. Так, где у нас хаги-ваги? Дай! Ха-ха-ха, пингвинус, есть! Вот стоять! Я буду теперь тебя прийти. Так, пацаны, я буду сейчас всех скармливать. Помогите, на! Пожалуйста. Ешь его! Ха-ха-ха! Прикольно, хорош! У меня сейчас жизни кончатся! Вы что делаете? Да! Стоять! Ты тоже, да! Да блин, я сам попал!
нравится. Ну блин, ну пацаны. О, знаете, что я сейчас сделаю? Давайте я буду сейчас играть за Хаги-Ваги. Как вы думаете, это будет прикольно? Ребятушки, сейчас я в него вселюсь. Ну что? Побежали. Вы готовы? Ого, я прыгаю. Неплохо, неплохо. Ну, я высоко могу прыгать? Воу, воу. А ну, поляна, могу лазить? Вижу, вижу жертву. Блин. Не-не-не, Дим, ты чего? Ты чего? Не-не-не. Да я тебе дам хлеба. Не надо. Мне хлеб не нужен. Мне нужен сыр. Во, я понял, что они застряют. Я понял. Блин, я понял, что они... Там, короче, когда бульбашки эти, они, короче, на них попадают и застреют из-за этого, поэтому лучше там не проходить. Вот этот скилл. Так-так-так, я не могу залезть наверх. О, быстро-быстро-быстро. Я тут в трупах Among Us застрял. Да вот, смотрите. Ах, зараза. Это прикольно управляется. Ну, слышь ты, иди сюда. Бей его. О, спасибо за жизнь. О, я выселился. Блин, да им сложно управлять. Давайте еще раз попробую. Очень сложный персонаж, очень сложный. Так, привет, а я пока мисс иду, никого не трогаю. Иду я себе, привет. Гуляю. Не бойтесь, подходите ко мне. Да. Так прикольно управляется. Да. На, еще одного. Отлично, ребята, я теперь понимаю, как им управлять. Shift не надо лишний раз нажимать. Когда нажимаете Shift, он как-то странно себя ведет. Эй, чего я? Я на трупе прыгнул Амогуса. Это было прикольно. А может какой-то баг надо скинуть, он не умирает, он не пропадает. О, ну что ты пугаешь? Это ты, иди сюда. Дим, вот. Отлично, отлично, ребята, прикольно. Кстати, вот, все, я немножко понял, как им управлять. А я бегу по кругу. Дима, можно по тебе стрелять? Нет, конечно. Ах, вы должны просто выживать. Вы и так мне уже и поиздевались надо мной. Я хочу еще. А чё он не допрыгивает так высоко? Я могу тпхаться? Давайте проверим, тпхаться могу? Тпхаться не могу. Ой-ой-ой. Бежал, побежал. А, бульбашки не буду, на бульбашки не буду. Все, пацаны, я наверху. Нет. Я пошутил, я пошутил. Плохие шутки. Понял, как быстро. Аня, страшно, ты на кого очень. Тут батон крышишь? Иди сюда. Не убежишь. Не убежишь. Ой. Блин, классно. Ой. За него играть. Дима... Ну, идите сюда. Кто не сыт? А если я так буду бежать и вверх нажму? Воу, высоковато прыгаю, но не допрыгиваю чуть-чуть. А, смотри, ты можешь залезть на вот этот балкончик и через него на крышу. Дима, бе-бе-бе. Дима, я свой. Дима, я свой. На, на. Куёка, ты не свой, кого оружие в руках, это уже не свой. На тебе еще раз, за те разы. Дима, я тебе коктейль Молотова принес. Хочешь? Я тебя буду пилить. О, давай, иди, пили. Нет! А, пригвождатель не работает, зря такой используете. Вы меня пригвоздили. А теперь я буду... Воу, смотрите, я бог. Пригвоздили все, одну-ки. Я, короче, знаете, что выселись и включу ему искусственный интеллект. Предлагай по нему пострелять. Давай, постреляй. Я его выпущу сейчас. На, иди. Эй! Эй, вы что его распяли? На тебе за это. Блин, прикольно. Ой, пошел. Пацаны не расслаблялись. Невкусный. Дура, я ничего. Все, короче, я понял. Я сейчас делаю, ребята, вакханалию. Типа, ты чего? Я не буду их много ставить. Вот это, ребята, класс. А вот теперь. Мы посмотрим. На что вы способны? А, они за мной. Вот это, я штук 10, наверное, 15 поставил. Да, быстрее! Блин, да как от них убежать? Ой, я тут буду стоять. Да, ну смотри. Давай все лоб. Он у меня голову откусил. Вы видели анимацию, головы нету? Это вспомнится нереально, Дима, беспредел. Ну все, чё? А, ну да. Это нереально. У меня голову откусывает. Наверх. Дим, я сбежал. Наверх. Отлично, я наверху. Так.
Давайте Дима сталкивать. Не надо мне сталкивать. Столкнём. Бежим за Димой, где Дима? Давай, 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 давай. Да я пошутил. Нет, ты идешь вниз. Все, кто туда попадает, они умирают просто. Да, тебе, будешь оружие меньше выдавать. Нет, нет, я тебе не дам. Ох ты, ох ты, иди тоже туда. Слышь, ты. И ты тоже, на. У нас сегодня битва. Так, надо их повыпускать, чтобы они позастревали. Оружие мы не договаривались использовать. Это же наполовину нечестно. Выкидывать. Она наполовину честно, Дим, видишь? Да как это? Вы... хорошо, хорошо. Ого, там карта дрожится. Чё карта дрожит-то? Чё там происходит? Я отдыхаю немножко, я очень устал. Да. Давайте выпустим его. Они мёртвые? Вы чё, их убиваете? Что тут столько Among Us? Так, пошел отсюда. Что на тебе. Наши друг друга убивают, что делать? На. Ого! Ай, нет, нет, нет! Отлично, он застрял. Кстати, очень странное поведение у этих телепиздриков. Тварь! Три хп! Пацаны, ну не надо убивать друг друга, дайте я вас поубиваю. Не надо. Дима, не понял. Эй, ты! Прикольно. Да не надо меня убивать, я вас буду скидывать просто всех. Я без оружия буду. Стреляй по Диме, стреляй по во... Нет, я тебе не... На. У меня хлеб в ларьке. Какой хлеб в ларьке? Хорошо, хорошо. Ого, то что творится. Вот так вы, значит, со мной. Да раз, кстати, а чё трупы не исчезают? Это очень странно. Чё амогусы валяются? Чё куча амогусов? Смотрите, сколько их по карте. Так, пацаны, я сейчас еще буду их ставить. Вы готовы? Нет. Дайте вам за это. Эй, бомба просрала. Меня бомба убила. Бомба можно кинуть. Вот вам всем за то, что вы меня убивали. А надо было, кстати, себе бессмертие включить и выжить. Я вообще не ждал, что сегодня вы все против меня сговоритесь. Хорошо, хорошо, я в следующей серии вам все припомню. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. До новых встреч, настроения и всем пока. Как всегда, мы все взорвали.